Компания «Экстерьер Дизайн» начинает свои работы по капитальному ремонту бульвара Жванецкого. На данный момент мы поставили оградительные сооружения для того, чтобы сделать подготовительные работы для капитального ремонта. Подготовительные работы входят это ограждение объекта, подведение электричества, воды, сделать все, доставка материалов, завести технику, обустроиться все и поставить охрану для охраны нашего имущества. Весь бульвар поделен на 4 части, оно будет делаться частями. На первом этапе мы загородили первую часть производства работ, которые будут сделаны. Потом эта часть, бульвар будет открыта для граждан Одессы, будет прикрыта вторая часть. И так частями, чтобы не полностью не заграждать весь бульвар, она будет делаться частями и частями будет открываться.